Пойдем где? Так, так, дружок, куда ж ты нас дальше ты пойдешь? А, вижу, вижу. Через поле бежит. Через поле бежит. Да. А, еще. Вижу. У него Энфилд. Сейчас, погоди, не снимай его. Оглядывай. У него Petrol Pack, он бомжара какой-то. Мы все равно завалим. Да. Я на встречу. Он на факторг. Можешь мне попробовать пострелять, нет? Не-не-не, я сейчас ему гранатку, все дела. Да, вот за елкой сейчас. Бежит направо. Он, а? О, он стреляет, Макаров, Зеленогорский. Зелено? Все, я иду. Все, давай он твой, я тогда зелено смотрю. Макаров зелено в магазине. В магазине даже? Да-да-да, чувак в магазине. Гранату сейчас кину. Погоди, ну... Слушай, и мой хрюндель куда-то исчез. Он сидит в окно падает. На твоей стороне. Ты его можешь в окно снять. На втором этаже. Да, вижу его, вижу его сейчас. Он в окне, видишь его? Сейчас чуть-чуть высунется. Гад... Попал. Попал. Второй раз. Он все, вали, лежит, готов. Лежит. Все, он умер. Молодец. Да. Ты его потом засчитай. А, да, сейчас. Ага. Стрельни в него. Хотя он уже мертв. Он исчез. Как исчез? Он провалился со второго этажа и исчез. Ладно, я тогда никуда не иду. Все, сиди. Ты оба раза попал, круто. Хорошая штука, честно. Вот это для нее оптимальное расстояние, 200-300 метров.